забит кумиром. Фанат модели Кайли Дженнер сделал 8 татуировок в ее честь. А у тебя вот есть татуировка в мою честь? Нет? 9. Да. 19-летний Джонни Сайрус называет себя суперфанатом. Свою любовь к объекту обожания он выражает, набивая тату. Все символы семейства Кардашьян на его коже. Некоторые рисунки выглядят довольно неприятно и даже пугающе. За преображением Джонни в Инстаграме следят более 100 тысяч подписчиков. И все-таки наибольшее число лайков собирают снимки с любимой звездой Кайли Дженнер.